Йо, по столу, Симат, приятнейший, привет. Вы знаете, сегодня с утра покупал раков и увидел, узнал для себя, что почти всех раков, которых продают в Молдавии, они привезены с Украины, с Турции, там, с других стран. И я увидел, что очень много людей их покупает. Для себя, понятно, я сам большой любитель. Ну вот у меня совет, рекомендация ко всем тем, кто могут себе позволить, которые покупают раков на рынках. Кумпарат в Калдаре Дирач. Попаче заказ. Мой кумпарат в Калдаруши Мик, 80 килограмм. Дирач. Карис Лидем Друму Анбок Лино. Планой кумат штискум тетимпу. Сова дела натуры. Дар не миг, ла натуры, ну сон тоже. Дясая карач, а еще сборная, шидин турча. Шидин греча, Лидем Драму Астас Ан Унудем Лакурли. Республика Молдова. А это есть ла дидидичаку. А же по мушею пляка, Молдове не зем. Молдове зем, раща, дужди пись хватай. Так, вот красота. Я кашек, трехемный доминка. В оккупенте то совет, музыка от нас у нас. Пока.